Ребятки, всем привет, с вами Александр, и у нас Додорекс, Додонатор, Додозатор, и, в общем-то, как угодно мы его только не называли, это мутирующую птичку, Додошку, в которую мы просто можем кулаками замесить в игре Арк, и это, в общем-то, самая любимая наша жертва. Но сейчас она будет больно бить именно нас. Давайте перейдем. Мы снова в гостевом аккаунте, потому что здесь можно проводить классные бои. Так, это я выполню у себя дома, а вот это нужно выполнить здесь. Итак, у нас условия сколько? 11 миллиардов нужно насобирать, и вот буквально это только событие началось. Сегодня у меня пятница, вы это увидите, скорее всего, в воскресенье, но это не точно. Так что, ребятки, давайте-ка сделаем вызов. Так, и начнем мы с трех пахиков. Давайте вот так вот начнем. Сделаем три пахика, сделаем три индоминуса, и потом сделаем смешанную команду. Ну, мы должны сегодня рекорд побить. У меня сколько был рекорд? 1180 или даже 200 с чем-то был рекорд. В целом. Не помню, правда, конкретно. Да! Следующий! Это прикольно, да? Что два додошки сразу завалили мы. Так, вообще надо будет скриншотики сделать. А чё вы молчите? Так, вообще-то, чё я защищаюсь? Кто-то может сказать? Ну, ничего себе, на целых 5! Это, наверное, больно. Ну, вполне себе больно. Так, два клювастых противника. Кстати, у нас же клюв такой ничем не хуже, чем у додошки. Ну так быстро я, конечно, на четвертый уровень еще не выходил. Пробил. Это шикарно, ребята. Ну давай. На 6, на 3. Не должен. Хотя рядом. Хотя рядом. На тебе, вот так вот. Танки грязи не боятся. На 4 из 5. Ух, это было больно. Так, давайте будем его пробивать. Вот так, вот так. И вот так. Ну, нормально так урон раздаем, да? Давайте вот так. Ну, пробил, конечно же, пробил, да. Блин, я, правда, не посчитал, сколько у него баллов оставалось, ребята. Так, ну, давайте атакуем по полной. Не будем затягивать. Мы его пробиваем. Соточку ему снесли. В общем-то, нормалек мы так нарубили урона. Ну, похожей картины можно добиться и обычная пара. Давайте сейчас зафиксируем. Так, а если бы я один балл в защиту поставил, то получается, он бы меня не пробил сейчас. Я бы мог больше урона нанести. Ну, я просто не считал. Так, 240 тысяч, ребятки. Такая вот у нас цифра получилась. Это у нас первая попытка. Запоминаем 240. Сейчас сделаем 3 боя индоминусами.
И три боя при Атродонами, допустим. Так, где индоминусы? Кто у нас тут мощнее? Ну, при Атродоны считается помощнее. До свидания. Но индоминусы, конечно, меньше снимут, потому что сила удара. Сила удара совсем не там. Вот гаденыш такой. Ну неплохо мы его так в землю вштамповали просто. Еще раз. Так, сейчас нас будут точно бить, ответный бой себя не заставит ждать. Вообще не больно, птичка. Четыре, четыре, четыре. Это всем известно в целом мире. Так, давайте немножко посидим в защите. Так, отлично. Время его пробивать. Я опять не посчитал. Я тут пытаюсь картинки красивые отлавливать. Скриншотики делать. Прикольно. Ладно, 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 ладно. Так. Подлец, за защиту поставил один балл. А, ну я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я его так и пробил. Так, это пятый. Это только первый индоминус был. И он выжил. Неплохо. Так, ну там мы пробили на 80 и все. 4, 3, 1. Вот подлец. Реально подлец. Вот один балл и вообще было бы шикарно. Так, ну его нужно сейчас пробивать. Блин, ну мне на все нужно бить, ребята. То есть, получается, следующего я не пробью. Красиво там здание такое на заднем фоне у нас. Это вход в парк. Ну, не вход в парк, а центральное здание. Так, ну вот этого мы пробивали, да? Да, 80 тысяч мы пробивали, а сейчас мы его не пробьем. И вообще-то он может нас сейчас пробить. Да, блин, ну один балл не хватило, ребятки. На один балл поставил больше в защиту. И было бы вообще все хорошо. Ну, немножко его продамажим. То есть он нас не пробьет. Сейчас не будет даже пробивать, мне так кажется. Не, на 3 решил, один балл у него остался. Сможем ли его, мы его сейчас пробить за 7 ударов? Нет, не можем. Блин, а он нас сейчас пробьет. У него будет 5, да? 3, 6, 3. На 2 проатаковал. Ха! Так.
Так, у него было, был, у него один бальчик еще остался. Ну, два я выдержу. Ах, у него и нету его. А, вот этот бальчик. Вот как раз я два и выдержал. У него по нулям сейчас. Блин, а что я сделал? Ну да, нормально. Так. Подождите, блин, я три хотел. Хотел два ударить, три в защиту поставить. Ну ладно. Ладно. Все равно этого было бы, ну, тяжело завалить. Можно было бы там, если очень подгадать, то могли бы еще, конечно, снять. Так, давайте сейчас идем. Три при Атродона. Один удар. Так, ну здесь мы должны завалить того на 80 тысяч жизней. Вот подлец. Мог бы его тоже пробить. Но нет, мы здесь полностью накопимся. Должно быть 8 баллов. Блин, 6 накопил, гаденыш. На все 6 проатаковал, но это не сильно больно. Давай, давай. Так. Ну на этом, ребятки, мы закончим наш бой. А в следующей серии мы сразимся с самой сильной троицей. Так что ставьте лайк, чтобы побыстрее вышло это видео. Такой что-то сделал, наугад, натыкал. Так, суперка! И фигушки тебе, мы выжили. Ха, и положили его ответным ударом. Так, ну, наверное, сейчас он нас проатакует по полной. У него уже 5, 5 и 4. Ну да, на как раз на 4. Потому что у него получалось. Так, ну я могу сделать так, потому что он мне за 4 не пробьет. Я так с него большую часть жизни сниму. Теперь наша задача накопить 8 баллов. Так, ну сейчас мы сделаем вот так, конечно, чтобы выжить. Во, беда. 4, но я 4 все равно выдержу. И он сидит в защите, но будем сидеть. Один балл. У него остался один балл. Блин, ну, 6,4, 24. Но следующий нас тоже вроде не пробивает. Так что у нас все есть все шансы. Еще тут побороться, конечно. На все 7 проатаковал. Супер Соник удар. А вы знаете, да, есть такая птица в Австралии, казуар называется. Вот она просто свирепо дубасит своими вот этими лапами. Так, 6,4, 24. То есть я, в принципе, его могу проатаковать на все 8. И не особо переживать за то, что он меня пробьет в следующий раз.
проатаковал всего лишь на один. Два в защиту. У него 5. Проатаковал на 2. Давайте вот так. Посидим немножко. То есть я этого пробью, точно пробью. 6. Атака на все 6. Но вот тут тебе и хана. Вот, я его пробил. Даже поставлю в защиту. 2. Если он мне захочет проатаковать. Так, ну при Этродоном я так поаккуратнее поиграл. Ну, 7. Давай еще раз. Мы выживем. Блин, нет, не выжили. Черт. Рядом было. Было рядом. Ну, что поделаешь. Ничего страшного. Мы сможем еще отыграться. Мы сможем побить еще и этот рекорд. Ну, предыдущий там 220. Есть у меня идеи, ребята. Сможем сделать больше. Так, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Мы ждем следующее видео. Больше лайков, быстрее видео. Всем пока.